посмотрите, не успела я в квартиру войти. Что это? Походу, Алиса села на вот этот провод, который отсоединился от удлинителя. Вот тут вот. И отрубился морозильник. И он растаял. Короче, видите, внимание, он не замораживает. Он размораживает. А сейчас таз, блин. Вот что это? Приходишь домой, а тут такая хреновина. Я вообще, блин, в шоке. Пипец. Сейчас надо смотреть, что там в морозилке. Все ли вообще там нормально и в каком состоянии. Я даже не знаю, боюсь открывать. Ой. Оно и прилипло еще к тому же. Ну, первое попавшееся. Все, да. Все разморозилось к чертям собачьим. Котлеты все мягкие. Блин, пельмени слиплись. Капец. Он размораживается, блин. Все, ребята, сейчас буду думать, что с этим делать. А таз, кошка в доме, это капец. Друзья, всем привет! Условия спартанские. У нас сегодня на работе были, учения. Там я кусочек сняла, самый экстремальный, я его вставлю во влог. Поэтому я задержалась, я думала, что приду раньше, и будет еще светло, и я смогу снять распаковку. Но не могу больше терпеть, просто уже неделя, наверное. Пришла, собственно, посылочка из New Beauty Box. Большая посылка. Там внутри должно быть три коробочки лимитированные. Как-то так сказать, что они узкой направленности, что ли. То есть там есть коробочка чисто с масками, коробочка с аптечной серии, по-моему, и еще какая-то третья, не помню. Может быть, корейская, я точно не могу вспомнить. Возможно, что какая-то другая. В общем, давайте распакуем, потому что я уже не могу терпеть. И знаю, вам тоже интересно, я раньше такие коробочки не заказывала. Мне просто безумно захотелось именно маски. Вот. И, соответственно, на две другие коробочки я просто соблазнилась. Ну, за такую стоимость получить, скажем так, люксовые люксовую косметику, да, уходовую, либо декоративную, ну, за 1000 рублей, условно говоря, это довольно-таки доступно и не так уж дорого. И, кстати, да, извиняюсь, что темно, ну, я уже объяснила, да, поскольку я с работы, сейчас вам покажу, в каких я спартанских условиях, собственно, я в темноте, у меня тут лампа, за окном темно, и, собственно, все темно. Как вы знаете, софтбокс я никак еще не могу доделать до конца, потому что, ну, в общем-то, что-то не складывается, короче говоря, у меня с этим софтбоксом. Надеюсь, что в ближайшее время, но до Нового года точно планирую отснять софтбокс. Вот так, отдышаться надо. У нас с вами влог продолжается, поэтому я не буду прям торопиться. Но я вас тоже томлю с коробочкой, как и себя. Поэтому вооружимся канцелярским ножом. И давайте посмотрим, что там внутри. Так. Надо это дело как-то перевернуть.
потому что не ясно, где и что. Вот, и в общем, я планирую до Нового года, так как у меня уже часть видео отснята, скажем так, первая часть видео по софтбоксу уже отснята, а вторая часть, собственно, где нужно его уже собрать весь воедино, это еще нужно отснять. Вот. Именно с этой частью видео пока проблемы, потому что вот так вот, когда ты приходишь, уже темно, а уходишь, все еще темно. Поэтому я думала, что сегодня как-то приду пораньше, но несмотря на учение, я опоздала. Ой, представляете, как приятно пахнет отсюда. Они такие красивенькие. Я заказываю первый раз в жизни именно вот New Beauty Box. Вот, так что давайте по порядку. Они кверх ногами. Класс. Но ничего. Так. Ой. Большая коробка. Короче, не знаю, как ее повернуть. Так, здесь она кверх ногами. Не знаю. Вот, вам будет видно. Это сзади написано. А с лицевой стороны она вот такая красивенькая. Такая прям романтичная какая-то. Я сейчас одним глазком загляну. Прям любопытно. Так, ну это не маски. Просто изначально я весь этот заказ делала из-за масок. Из-за коробочек с масками. Так. Вторая коробочка. Сзади ничего такого. Обычная. Там. А снаружи, с лица, вот такая вот яркая и красивая, такая пестрая. Так, сейчас загляну одним глазком. У нас с вами будет... О, здесь так много всего интересненького. Вау, 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 кстати говоря. У нас с вами будет отдельная распаковочка по всем коробочкам. Так, и, наверное, вот это вот... Коробочка с масками. Так, с изнанки она, с изнанки, с дна она вот так вот выглядит. И с лицевой стороны вот так вот. Прям потрясающе. Так, такие красивые коробки, просто непостижимо. И, собственно, там пусто. Я сюда переставлю. У нас тут вообще кавардак. Сейчас покажу. Привезли стулья, мы заказывали новые. Вот они все тут стоят, 6 штук. Пока мы от старых еще не избавились, поэтому новые стоят в той комнате, которой мы меньше всего пользуемся. Вот, и в общем я сюда загляну. Так, очень интересно. А, понятно. Наверное, это четвертая будет коробочка, точно. Коробочка с масками, ради которой все, весь сыр-бор, она придет позже. Вот так что... Ужас. Вот такая была у меня распаковка. То есть это три большие коробки. Просто очень красивые, очень красивые. Вот это самое тяжелое, кстати говоря. Вот. Вот такая вот. Она не очень тяжелая. И вот это мне очень понравилось, она такая романтичная, тоже довольно тяжеленькая. Вот, и в ближайшее время, я думаю, появится три небольших ролика, мы с вами сделаем обзорчик на каждую коробочку, посмотрим, что внутри. Мне самой не терпится, но я, конечно, покопаюсь, они потому что никак не запечатаны, я в них поковыряюсь, изучу, и потом мы с вами будем делать обзорчик. Кстати говоря, вот у этой коробочки крышка треснула. Ну, обидно. Ну, можно заклеить, в принципе, просто эти коробочки такие удобные, их можно использовать и дальше. Вот. И сейчас, поскольку все это дело заняло у меня где-то 7,5 минут, давайте с вами распакуем еще одну коробочку, чтобы было интересно. Хоть что-то показать. Сейчас вернусь.
Итак, друзья, у меня уже новая коробочка. Вот такая она, небольшая. Это компания, как бы показать вам. Ну вот, компания Тиана. Я с ней не знакома. Я проходила на их сайте тест. И за участие в тесте вы, ну как бы, получаете в подарок набор пробников. Вот. Собственно, на эту компанию я вышла через другого блогера, на которого я подписана. То есть я не могу сказать, потому что очень много девчонок, которых я смотрю. И у нее была распаковочка этой посылочки от Тианы. И вот интересно было узнать, они всем одинаковые наборы посылают или все-таки там есть какая-то разница. Вот, и давайте ее распакуем, посмотрим, что же там внутри. Ой, так, блин, я люблю так распаковывать подарки вообще. Особенно, когда они бесплатные. Ну, или даже не бесплатные тоже. Но я имею в виду, когда ты, например, сам себе что-то выбираешь, какой-то подарок, ты знаешь, что внутри. Единственное исключение, когда ты заказывал давно и уже забыл что-то. Это тоже сюрприз, и тоже очень интересно и приятно такие подарки распаковывать. Вот. Но очень мне нравится распаковывать подарки от друзей, причем когда ты не знаешь, что внутри. И вообще, в принципе, не ожидал, что тебе сделают подарок. То есть это такой сюрприз. Вот. А тем более сейчас у меня появились друзья-блогеры из других городов, с других концов света. И мы также обмениваемся подарками. Но это уже другая тема для другого видео. Но это тоже очень приятное занятие. Так, там все вот так вот выглядит. Оно, кстати, не тряслось. Все это завернуто. Коробочка пустая. Сюда засунем. Коробка, кстати, может пригодиться. Так, и тут что-то интересненькое. Так. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Много пупырки, которая, кстати, тоже может пригодиться. Там отправлять подарки друзьям. Вот, и вот такая коробочка, очень миленькая, такая оригинальненькая. Тренди в тренде, набор бьюти-голика. Я, кстати говоря, вот такой подобный набор пробников получаю уже второй раз. Первый раз я участвовала тоже в каком-то тесте от... по-моему... Kills, такая премиумная косметика, тоже у меня где-то лежит. Так, здесь что-то очень много всего. Вот так выглядит. И там есть стеклянные бутылёчки, поэтому я сейчас над столом достану, чтобы ничего не разбилось по пути. Давайте начнем с них. Здесь... Суперфуд 2 миллиметра, 2 миллилитра и супер увлажнение тоже 2 миллилитра. Я так поняла, что это какие-то капсульные маски или, ну, в общем, что-то капсульное. Вот так это выглядит. Обычные стеклянные бутылёчки, они герметично запакованы, то есть здесь нужно вскрывать прям крышечку. И дальше идет алюминиевая крышечка, и потом уже прорезиненная, силиконовая, может быть. Ну, в общем, запаковано, то есть это ничего такого, что вот разлили для отправки. Это прям уже так фасовано. Так, вложу их в коробочку, чтобы не разбились. А то, знаете, все-таки стекло. Так, самое большое здесь вот такая вот такой пакетик. Это у нас, что это у нас? Песня семи морей.
Альгинатная энергетическая тонизирующая маска с женьшенем, витамином С и миоксинолом серии Альго-Бото-Релакс товарного знака Тиана. Вот так выглядит пакетик. Как вы знаете, у меня уже был плачевный опыт с альгинатной маской от Велиния. Не буду коверкать, по-моему, Велиния. В общем, у меня что-то не срослось, я еще ее не всю использовала, но как-то вот у меня не получается успеть за 10 секунд все это дело намазать на себя. Вот, поэтому буду пробовать вот эту, и очень классно. Ее там, кстати, достаточно много. Здесь получается... Производство написано Франция, импортер, торговый дом Тиана. Здесь 30 граммов. Тут уголочки написано. Вот. И, ну, достаточно много для 30 граммов. Так что будем пробовать. И целая куча таких маленьких пробничков. Итак, друзья, попытка номер 3. Переполнилась карта, и все, и камера встала, и перестала снимать, короче. Остановились мы на маленьких пробничках, и здесь у нас, быстренько их перечислю, абсолютное совершенство, омолаживающий дневной насыщенный сенсорный лифтинг-крем, также элегантное совершенство, омолаживающий питательный насыщенный ночной сенсорный крем. Так, звездное совершенство. Омолаживающая насыщенная ночная питательная сенсорная сыворотка. Дальше мультиламеллярный крем, увлажняющий с экстрактом имбирата и морских водорослей для любого типа кожи. Морские водоросли для кожи — это вообще бомба. Так, и последний — омолаживающий мультиламеллярный крем с матрикинами и экстрактом морских водорослей для любого типа кожи. Матрикины. Не знаю, что такое матрикины. Напишите мне, кстати, знаете вы, что такое матрикины. Вот. И вот так они выглядят. Они все, в принципе, одного типа, одного плана, с разными картиночками, с разными надписями. Вот. Вот такие маленькие. Здесь получается по 2 мл. Ну, в принципе, для одного раза попробовать вполне достаточно. И буквально, то есть они на одно применение. И удобно, что они серии. То есть здесь дневной, вечерний, да, там сыворотка, мультиламеллярный крем, омолаживающий и увлажняющий. В общем, то есть они в комплексе на одно применение, скажем так, вот прям почувствовать разницу, есть ли какой-то эффект или нет эффекта. Вот, так что вот такая у меня была посылочка. Если найду ссылочку на того блогера, у которого я видела распаковку этой посылки от Тианы, я оставлю внизу в инфобоксе. Пройдите, посмотрите, я уже, честно говоря, не помню. Возможно, что у нее такие же были пробники, может быть, что-то другое было. Если интересно, то пройдите, посмотрите. Если найду, то ссылочку оставлю. Если нет, то увы. Вот. Если не найду, тогда напишу, у какого блогера, сами посмотрите. Вот. И, наверное, на этом с распаковками закончим, а то уже, наверное, память там переполнена. Надо что-то делать с этой памятью. Вот. В общем, наверное, даже на этом закончим. И еще хочу сказать, влог вообще закончим, потому что много минут уже получилось, чтобы не перегружать видео. Хочу сказать, что кто не подписан на мой инстаграм, подписывайтесь, я здесь напишу мой инстаграм. И скоро, буквально вот в ближайшее время, в моем творческом инстаграме будет маленький конкурс. А в моем обычном инстаграме, жизненном, так сказать, появляются какие-то интересные посты, фотографии гораздо
чаще и гораздо раньше, чем на Ютубе, поэтому какие-то экстренные даже события, которые здесь никогда не огласятся и не будут как бы глубоко рассматриваться, да, вот они всегда у меня появляются в Инстаграме первыми, и какие-то, если у меня там проблемы или что-то, в общем, или какие-то события гениальные, масштабные, вы всегда можете о них узнать из Инстаграма первым делом. Потому что иногда я не снимаю это на видео, просто вот делаю пост и все. Так что подписывайтесь на Инстаграм. И возможно, что когда мы с вами наберем такие, осталось всего чуть-чуть, по-моему, 4 человечка, когда мы наберем эти заветные 500 подписчиков, на Ютубе стартанет конкурс. И возможно, что в Инстаграме будет дублирующий конкурс, но немножко другие подарочки. Так что участвуйте, подписывайтесь и увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока! И обязательно нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить распаковки New Beauty Box. Посмотрим с вами обзор коробочек. Все. Целую, пока. Не прощаюсь окончательно, потому что очень соскучилась по съемкам, так что стараюсь снимать при любой возможности. В общем, увидимся в следующем влоге. Пока-пока. Итак, дорогие друзья, все внимание на 6-й этаж. Специалисты МЧС для вас. Поехали! При производстве спасательных и поисково-спасательных работ во время чрезвычайных ситуаций, высотных зданий и сооружений, выход в обычный способ бывает зачастую затруднен и невозможен. Эвакуация с верхних этажей высотного здания производится с использованием специального альпинистского снаряжения. Работает группа профессионалов спасателей-альпинистов. После закрепления запора веревок на высоте первый спасатель комплектом необходимого снаряжения спускается на поверхность земли. Вот этот спасатель! Аплодисменты ему! Самый смелый, потому что первый! Было эвакуировать именно в безопасную зону. Рядом со стеной аварийного здания могут обрушиться фрагменты фасада или конструктивные элементы зданий. Внизу также может быть наличие различных
Еще раз хочу повторить, что, наверное, в обычной жизни, но вот если это не чрезвычайная ситуация, кого невозможно, и только сегодня, друзья, мы демонстрируем вот эти вот особенности работы спасателей МЧС. Специальные носилки установлены спасатели меняются знаками, и сейчас мы увидим тот самый спуск. Ну что ж, друзья, вот началось движение спасательной тележки по наклонной. Еще раз хочу повторить, почему это все делается по наклонной. Для того, чтобы пострадавший был именно в безопасную зону. Потому что, как правило, обычно бывает рядом с стеной аварийные здания, могут обрушаться фрагменты фасада или конструктивные элементы здания. А внизу также может быть наличие различных опасных факторов. Поэтому вот под наклоном, под ваши аплодисменты, бесстрашные спасатели! Спасатели принимают пострадавшего, которому уже оказана первая помощь, когда они наверху и передают бригаде скорой медицинской помощи. При прямой угрозе жизни спасатели также эвакуируются, используя альпинистские веревки. Ну что ж, спасибо большое.